Нет, 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 никогда надо, я не жду тебя, золотой рассвет. Нет, 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 никогда надо, ты сведёшь с ума и не скажешь нет. Нет, 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 никогда надо, я не жду тебя, золотой рассвет. Нет, 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 никогда надо, ты сведёшь с ума и не скажешь нет. Я ветер, я пыль, на лёгкую пыль, на дрожь мой тьму, свои желания. Привет! В итоге... Объясню. Когда надо, я жду тебя, золотой рассвет. Нет, нет, нет. Если ты думаешь, почему, типа, сейчас не тот стрим, который запланирован, во-первых, я извиняюсь за то, что я опоздала. Очень сидели просто долго в гостях, играли в настольную игру. Вот. А во-вторых... Так, кто по мне стреляет? А во-вторых, этот... Стрим, короче, переносится на завтра, на день, так как выходной все равно. Вот. А сегодня я начала скачивать, а игра очень долго качалась. И я понимала то, что я сейчас я пока буду ждать, пока она скачается. Это будет очень поздно, я вообще ничего не успею. Now I'll translate it in English. So, I'm sorry for being late today. I just was busy playing board game. I was... telling about it, Chronicles of Crime, and the surprise stream will be tomorrow, because tomorrow in our country is also a holiday, and today will be only PUBG. Sorry for it, I'm really sorry. I just was trying to download the game, but it appears that it will be downloading for more than an hour, so there is no point to download it now. Better to do it when I'm going to sleep. Да хватит по мне стрелять, ты, блин, пырь. Так, музычку дальше. Ты чё, тебе надо от меня, ты? Хорошее настроение у тебя, чё как? Hello, Marmotin.
I said it, and I will repeat it one more time. That surprise stream will be tomorrow, and I'm really sorry that it happened. I just was playing too long in the cardboard game. I told you about it. Chronicles of Crime, that's why I was being late. And also, I was trying to download the game when I come home, and it appeared that it will be downloading for too long time. That's why I decided to do a surprise stream tomorrow, because we have only also a holiday on Monday. Сегодня стрим будет долго, да. Сегодня будет стрим, пока я не захочу спать. И, скорее всего, короче, допоздна, как минимум до часа, вот. What is it what? Oh, where is the music? The price? You will understand. Tomorrow. Почему он тут лежит? The clone, ты меня достал. He wants to play with me, or she. By the way, my mousepad has come. I hope I can get it tomorrow, but maybe the post office won't work tomorrow because of the holiday. I don't know. But is there? У меня новый коврик пришел, большой, наконец-то. Они с этим малюсеньким будут играть, который, блин, невозможно просто мышку контролировать. Он постоянно сползает, и его не хватает.
Как это? Дорога в аэропорт. Митрос, погнали. На-на-на-на-на-на-на. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Здорово. Здорово. Привет. Ну что ты там, натренировал пальчики? Юп. Ну так. Когда ты пальчики тренировал, мы уже 2 топ-1 взяли. Не ври, а. В смысле? Серьезно? Ага, типа вот пока я тренировался, вы за это время 2 раза топ-1 взяли? И потом ждали меня, да, в лобби еще сидели? Нет, ну так получилось, что мы закончили, и все, ты появилась. Я не верю, не верю. Как знаешь. Ну что, с нами складик? Да. Они, по-моему, в середину. На старте там двое. Блядь. Не, в конце. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Сука, там на крыше броник был, блядь, а я не допрыгнул. Оу. Чё это он там вызвал? Да, там ничего не прилетит. Во-во, просто внимание привлек. Надо центр занять быстрее, их попробовать, если они уже не заняли. Заняли. За однушкой, да, длинный, что? Справа. Чуть найти. У меня брони ничего нет. Ну там чел тоже пустой бежал, по-моему. Какую двушку заняли они? Ну, он выпрыгивал из дальней. Справа где-то. Блять, дал шот ему. Нет, удал. Шея. Назовем и меркел. Он где-то наверху, что ли, сверху прилетел. Он назовем.
У нас под двушкой, в однухе маленькой. В конце. Это неудобно, они расположились. С этой стороны чел, ребят. С какой с этой? У меня двушки в красной, двушки в центре чел. По мне это было. Двушку контролю красную, пикает чел. С моей стороны двое. Я нокнул. Я слышу, тут ползет. Да-да, сейчас взорву его. Блять, не взорвался. Я доел его. На зеленый лет. На есть улице юка, перед красной парк. Двушкой чел воюет. Ребят, у меня есть юка, да, шприц. У меня вообще ничего нет. Спасибо. Здесь уже выпали туда. Хорошо, двое осталось. Бежит еще. Один вот, где, в районе красной двушки. Бежит, нет, у меня. Пойдем, пойдем, пойдем. Блядь. Пойдем. С этой стороны. Метров 3 метров. Чё, лаз там? Ну, А чё, вы все умерли уже? It's very difficult to play without any helmet and any armor. Очень тяжело без броников, без всего играть. Блять, ну да пиздец. Там оставалось два чела. Наш зеленый побежал просто. Один в итоге остался. Выходить. А? Один в итоге, говорю, остался. Да ну... не, потому что мы вчетвером там один нокнутый, одного я забрал. Ну одного я нокнула, а второго я не. И два чела забрали. Просто. Я просто с двумя перестрелялась, они по мне чуть-чуть постреляли, я одного нокнула, а второго чуть-чуть только, ну, где-то процентов 30 отняла хп. Но у меня ни брони, вообще ноль брони было, у меня не было ни шлема, ни жилета. Но эти челы, такое ощущение, что этот, вот этого, которого я первый нокнул, он пиздобол, по-моему. Почему? Мне повезло, что я начал прифайрить перед его выходом. Я успел быстрее забрать чему, он мне сразу в хэт напихал две пули. При этом он не знал, где я нахожусь, я знал, с какой двери он выходит. И он мне сразу дает две пули в хэд. Как-то очень-очень было странно. Mm-hmm. Че, в Чарли полети? Или сливой в Браво? Давайте в Браво лучше. Давай. Ну хотя, как хотите, можно и в Чарли, не знаю. Хотя. У нас первый, у тебя есть микрофон? Да. Yeah. Все, погнали в Чарли сыграем. Повоюем вначале. Давайте. Причем эти такие черти зеленого нокнули, сразу стали добивать. Передо мной там двое нокнутых было, я никого не добивала, хотя могла. Такие вообще уроды. Да нет, сразу забрал тоже. Потому что... Пизду, блядь. Все добивают, нахуй. Ну, не знаю, я стараюсь не добивать, стараюсь. Когда... Вот она такая добренькая. Мне просто потом бывает тоже бесит, и я начинаю всех добивать, когда всех моих да. добивают. Но это когда у меня уже прям терпение. Поэтому все друг друга и добивают. Прыгнули повоевать и никого нет. Ну так вот бывает, надо было набрать. Там по-любому было дофига. Да, да, да. Не помню, Санок, тут винчестеры есть? Раньше были, а сейчас нету. Сейчас нет.
винчестеры только для настоящих ковбоев. Я люблю винчестер. Это же не ковбой. Я ковбойша. Ковбойша? Нормально, нормально. Нет, я шериф вообще, ты чего? У меня бывают же стримы, когда я в шерифской шляпе стримлю. Ты стримишь? Ну да. Да ладно. Серьезно? Да. И чё, сколько у тебя там подписчиков? 140, мало. Ну я недавно как бы, и это у меня хобби, я не зарабатываю на этом. Я когда долго стримил, у меня тоже самое это было. Но мне очень нравится. Я практикую английский. У меня хорошая аудитория. Хорошо, по-английски же приехаешь? Да. И? Я переводчик английского языка. Серьезно? Ну, по образованию, да, но я работала переводчиком. Игры переводила. Я, по-моему, рассказывала, не? Не, я не слышал. Может, Митрос рассказывал. Так, то есть ты меня можешь потянуть, если что там, да? 100 рублей час. Хочу что-то дешево, нет, 500 рублей час. В смысле? Это дистанционное образование. Ну ладно, шучу. Я могу, в принципе, я если тебе... Я когда до двух тогда. Мне когда до двух, знаешь, что поднимет? Что? Хороший компьютер. Ну, как минимум, до полторашки это 100%, я прям уверена. Потому что у меня сейчас 0,7. Ну, у меня как бы, знаешь, часто сколько бывает... Сколько фэпсов? 30. 30? Да. Да, ну, не может быть. Я серьезно тебе говорю? 30 FPS? Да! Ну, то есть чё у меня вот... Железо? У меня слабый компьютер, у меня родиновская карта. У меня как бы компьютер я собирала лет 6 назад. Сейчас уже все устарело. Мне просто, ну, надо... Ну, я коплю на новый. Я думала, день рождения подгонит новый, но меня не подогнали, поэтому коплю сама. А как вообще можно играть с 30 FPS-ами? Ну, у меня очень сильно лагает очень часто, и мне это бесит, но я терплю. У меня, знаешь, ну, бывает как бы вот нормально все, а потом вот резко проседает вообще до 1 FPS, у меня просто слайд-шоу, я вообще ничего сделать не могу. Очень часто я умираю в тех, в таких случаях, когда, допустим, у меня просто тупо не прогружается. Допустим, да нет, я вообще не понимаю, как можно с таким FPS-ом вообще играть? Ну, я до этого играла на ноутбуке с таким же FPS-ом, и, ну, как бы, когда хочется играть, и терпишь все. Не, я играю на ноуте, но меня бесит, когда у меня FPS падает ниже 60, там, 65, я уже не могу играть. Так, а мне с этим тоже, ну, я просто привыкла. Ну, я без стримов, у меня получше, у меня без стримов 40-50 FPS. Перебегать полегче. Будем или на этой стороне останемся? А со стримом, конечно, тяжелее. Но я сейчас стримлю. Ну, это жестко. Да, о, это жестко. Все там на железо донатят. Донатят потихонечку. Ну, как бы я никого не обязываю, но я и сама тоже зарабатываю. Дропчик летит. Ну да, 30 FPS это, конечно, пиздец. Слушай, ну блин, ты себе могла уже купить что-нибудь более стоящее, там хотя бы, ну, тысяч даже за 30, да? Я сначала хотела. Я хотела, и у меня знакомый, который помогал мне канал создавать, он, ну, хорошо в этом разбирается, по моему мнению, потому что я в этом вообще не разбираюсь. Он сказал, смысла нет покупать по отдельности, потому что, допустим, пока ты одно купишь, другое устареет, особенно видеокарты, вот. Поэтому лучше покупать сразу и все, потому что все под видюху надо подстраивать. Как-то так он мне рассказывал. И, ну, не, я ну, понятное несколько... дело, что за делом надо брать. Вот, и он мне сказал то, что лучше накопи и сразу купи все разом, но я понимаю, что это будет долго. Но я могу, конечно... Снимку здесь. Мне нужна, если никто не возьмет. Я могу, конечно, в отпуска не ездить и ничего не делать, но как бы тоже не хочется себя во всем другом ограничивать и тупо на компьютер копить. Ну, понятно. Ну, все-таки надеюсь, что папа сказал то, что, возможно, подгонит. Возможно, возможно. Ну, слушай, ну ты могла бы ушку взять какую-нибудь. Ну, тоже не знаю, смысл ли есть бы потом еще новую покупать. Только если через знакомых, вот кого хорошо знаю, только так. Но у меня пока таких знакомых нет. Mm-hmm. Кто бы мог нормально что-то продать бэушное. Не знаю, я себе тоже уже хочу снова-то себе комп покупать, но... Хотя вот недавно... Я пока тоже не до этого. Я с кем-то играла, и мне сказал, что чувак, он за 50 тысяч собрал вообще, типа, нормальный комп, и у него там 100 FPS. Я вообще, короче, в шоке, я не знаю, как он да так нет, собрал. Можно. Серверный, наверное.
Че это такое? Может быть, серверный, наверное. Ну, типа, закупался. Который серверное оборудование. Можно заполтов собрать? А что такое? Что значит серверное? Я не понимаю. Да не, при чем ну, тут? Заполтос нормально можно собрать. Ты можешь себе купить 1060 там какой-то, условно говоря. Ну или сейчас даже вы, которые вышли, 1660. Вот. Если родионовский брать, еще подешевле. Проц какой-нибудь, 8400 там. И все. На первое время там 8 гигов оперативки. Мне сказали, родионовский лучше не брать, потому что это не очень. Я NVIDIA лучше видеокарта, потому что у меня сейчас Radeon, допустим, я стримлю через Streamlabs OBS, а не через просто OBS, потому что OBS у меня родионовскую карту не считает. И не только мою, да, это ладно. У всех такие, да. У всех такая проблема. Знаю. Я спокойно через OBS, но у меня это... У меня NVIDIA, правда. Ну вот, вижу, вот! А там вот именно с Radeon такие проблемы. И мне как бы знакомый говорит, что вообще не надо было эту карту брать, то что NVIDIA гораздо лучше. Ну, не я выбирала, а мне папа выбирал. Здесь люди были. We are talking about computers. And about my FPS. Again. As always. Very popular. Сказка. Theme. Я сварку, кстати, себе нашел. And my channel. Me and my computer. My sex. My age and my computer. Very popular themes. Topics. Ты жопу хочешь скинуть или что? Мне чё? Нужен... У нас митр стоит. А, я тут, чё? Я ты жопу? Жопу? Я там оставил, ты её сразу забрал тут. Я забрал. Я тут увеличку скинул и патронтаж. We were talking about my FPS, that I have a lot of issues with this, and he was really surprised that I have 40-30 FPS when I'm streaming. Да, внутри чего? Вот еще жопа здесь нет. Ага. Ученый на жопу. Ну да, здесь ничего не взялась. Все, не взялась жопа? Не, армор не скидывался. У вас прицелы, кстати, какие-то есть на кьюбу? Не, мне тоже надо. На СВРП. У меня есть глушитель на АРДМР. Нужен кому-то? Да нет. Нужен хотя бы третий прицел, блядь. Я от лист. Ну прицел, а что нам позвонимся? Что? Прицел кому нужен тебе? Давай, скидывай. Ну, спасибо. Ну вообще мне нужен был. Ну ладно. Прицел нужен всем. Ну пойдем, опа, труп валяется. Долго 36 лайф. Так, мне чел пишет, может сейчас добавлю еще одного. Окей. Ту-ту-ту-ту. Это у нас где-то в спине, что ли, или нет? Ну, где-то на так вот, мне кажется. Даже еще сзади. Это где-то к акваре, что ли, вообще? Ага, где-то там. Так, все, я тут. Пойдемте в горочку, подождем их там, не? Сам ну, у меня прицел. У меня все очень сильно ну, да, лагает. Далеко. My game has will crash, I suppose. I suppose my game crashed. Не поймешь, что где? Не видно. I can hear them, but my computer it's not working. Ну зон-то и ползет, сейчас они, наверное, да, ползет. Че, у тебя зависло, да? Барбара. Да, я понял. В домике. Перезаходи, пока ты в сейве. Ну да, и в зоне давно. We're angry. Crazy.
Funny. Daily crash. Опять игра крашится. Как ты заклепала игра. Please, don't be dead. Yes, okay. Thank you. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Please, come on. Come on, get it. You're my butterfly, sugar, baby. Oh no, I'm not in the zone. Пойдем, Барбара. Лагает, пожалуйста. Подождите, это все, сейвер. Лагает пока. Спасибо. Ну, спасибо, в карман не положишь. Темп на перекрестке он. Там чуваки. Тут-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Йома бутафлай, шига, бэйби. Бля, зонта не очень. Так я еще говорю, значит, отвратительно. Шига, бэйби. У тебя же он работает. Ну, я бы не стрелялся пока. Да, да, да. Ну ладно, давай, давай. Из кемпа, что ли? Да, за да. Кемпом. Да, они все здесь. За кемпом, да? Я вижу на 290, да. Где давай, дерево, давай. Перед нами, на той стороне. Ого, вот это шлепнули. У меня нет смоков. И за камнем. Я его резаю, ты прикрывай лучше. Бежит туда. Один наверху еще, что ли? Аптечка есть? Да, да, все равно. Не, наверху вроде нет. Мы можем через верх уйти. Младший байк, остатый 2 the person. Блять, один в доме прям сидел. Сверху, я реально, чел, сверху. У нас в доме. Где? Справа? Слева, около окна. Ты бы сказал точнее, где он, я не поняла то. Он прям как заходишь слева сидел, возле окна. Он вышел, вышел, вышел. Сейчас помогу вам. Четвертым там буду. А, GG. Блять, он даже не двигался, ну мразь. А, я сейчас умру уже, ну, скоро. Ладно. Ну, а кого поднимать? Да, это уже GG. Сейчас я умру, лол. Сейчас я умру. И я умру. Успеть. Блять. Я сейчас тут кисну. Что, взорвемся? Да-да-да. А, привет, танки, как дела? Обидно, обидно. Сука. Как дела, как дела? Че не отвечаешь, че не отвечаешь? На-на-на. У меня тоже хорошо, а ты че на английском тут? Ты че из Англии? Оу.
На-н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 а. Мы встретимся с тобой у первого подъезда. Паролем будет просто как дела. А ты мне сказала, будешь одета как невеста. А я надену галстук для тебя, для тебя. Все это для тебя. Все это мило на тебя. Глазеют люди на тебя. Летят витрины. Ой, гулять по магазинам. И будем рестораны до утра. Привет. Чё, кого ты там ждёшь, когда залетаешь? Кемпл. Кемпл. Может, вообще поставим Quick Joy, нет? Для тебя. Хорошая идея. Все это чудо для тебя. Я все это мило на тебя. Где? Лазеют люди на тебя. Санёчек. Ну, Александр. Летят витрины. А я хочу разнообразие. По-моему, когда ты вообще другие карты играешь, кроме Санка тогда. И судя такой FPS. Ну, у меня на Ирангеле вообще бывает жопа. Но у меня вообще, в принципе, в любой момент, куда я прыгаю, любая карта у меня вначале очень сильно лагает. Текстуры не грузятся. Не, я говорю, в смысле тебе играть вообще на другие мапы. Ну, у меня, нет, у меня, в принципе, везде одинаково. Ну, конечно, на Ирангеле похуже. Я не знаю, почему на Ирангеле. Стало после обновы. Большая. На Мирангеле на Мирамаре у меня более-менее оптимизированности карта. Ну не знаю почему. Самое мне... главное в Кенте, дальше Мирамар. Пожалуйста, говорите точнее, поподробнее информацию, особенно когда вас убивают. Особенно когда мы рядом. Это помогает. Это помогает очень сейчас, сильно. Все. Нет, я не договорила. Сейчас буду вам рассказывать. Рассказывай. Не хочу. Ты же только что сказал, что будешь. Прекрати. Что я сделал? Все, я обиделась. Я просто настраивался на игру. Нашел время. Нужна победа, победа. Ясно. Блять, вот и как понять, куда люди летят? Вот в прошлый раз прыгнули в Чарли, нихуя не было, да? Чарли под нами был. Пиздец. О, Кар! Не-не, надо не так. О, Карл. О, Кар! Еще бы еще глушачок. Слишком. Почему я всегда так говорю, когда я нахожу, потому что я люблю его. Признаешься ему в любви? Yeah, car. А, когда я буду находить СВР-ку, я тоже буду говорить, о, СВР-ка. А, у нас тут файтится. Кемпе вон там. Так, к сведению. Все это мило на тебя. Угадайте, что я вам нашла? Я очень прицел найди. Ну, как хотите, я сейчас себе два кара возьму. Нормально, кстати. Как по-македонски стреляю из коряков. Хороший сетап. Добрый. Ну, я вообще очень люблю играть, допустим, в свой СС и каком-нибудь там СЛР. Для тебя все это
утомила на тебя. Опа, ну то есть... Вот это уже полутора, я так думаю, да? Сейчас чего придут к нам? Чем? Я считаю... Ну я же сказал, в кемпе там людишки хватились. Да, ну ты брось. Шлем нужен. Армор нужен. Тут первый шлем валяется внутри. Ту-ту-ту. Зона говно, надо идти. Сейчас полутаю что-нибудь, у меня вообще ничего нет. Первый армор здесь. Я только прицел на кару есть нормально. Ну и второй рюкзак. Ту-ту-ту. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Да, надо двигать. Говорится, кто не успел, тот опоздал. Топовая М-ка. Кого интересует? Да, вот здесь вторая каска и первый броник. Я пошла с вами. Нашел, броник нашел. Один. One. One first aid, one pain killer, one energy. Нет там машины. Я не видел. Я пойду поищу. Могу подобрать кого-нибудь. А чё у тебя? Мопед. А я. Никто не живой? Мы поехали дальше. Почёчка никому не нужна. Давай, оружие нет нормального. Такие серьезные вещи вешать. Query. Так, есть жопа на М-ку. Тут нашел. Первая аптечка. Найс. О, вторая аптечка. Я тебе могу третий скинуть, мерк. Помигать еще. Дроп падает рядом с нами. Вызванный вот здесь вот. Ту-ту-ту. Сказочку сберу, пожалуй. Это на кваре вызванный. Ну вот он да где-то перекварил был. Тут. А есть кого-нибудь там голограф, что-нибудь такое? Коллиматор. Нет. Коллиматор здесь есть. У
Где? У тебя барбос? У него мах... А, нет, у него мах... Ну, я взяла, я могу откинуть. Угловой цевьё кому-то надо? Давай. Где ты? Сюда. Скинул. Из окна выпрыгнуть, короче. Прицелов так и не нашла на кар. I don't have a scope. Not good, not good. Чё там, Митрос? Ну, цевьё ты спросил. А, спасибо. Очечка еще здесь надо кому-то отдам. У меня увеличенная есть, если кому надо. Баги здесь стоит, ну, резнутый. Да, вот сюда там резается. Я знаю, вроде просто как. Говорю, что мы можем поехать. Вроде не очень далеко уже. Сейчас следующий пойдет. Уменьшенную рукоятку могу отдать. Не надо? Выбрасывай это. Нет. О, ВСС. За зонку догнать. Да я тут чё недалеко. Доживём уж как-нибудь. I need a scope. Мне нужен прицел. Перед нами хватится. Под кем? Нихуя, у меня 6 дымов. А у меня 4 хаешки. Надо обменяться. У меня 2 дома. Ту-ту-ту. Ты ставишь тихаря. Да, это где-то там как будто. Капкан, ну, тут рядом. Надо под файт залететь. Тихаря. Ну, надо в зону залететь, я сначала. Оу. Понял. Я сейчас отхилюсь, пожалуйста, подождите, я не хочу бежать лоу хп-шный файт. Конечно, что ты спешишь, что ли? Мы в зону поработаем. Не, мы хотим отхуярить. Ну, да. Смысл, тогда если под... потом, что на лоу хп. И у меня, если что, прицелов нет. У меня кар с 2х. Говоришь, прицелов нет. Чел двигает. Блять, меня лакнули. На целый склад. На нем упор двигают. Вообще не вижу. Ну я в сыве вроде. Хорош. Два раза дал чел. Я очень быстро падаю. Если меня никто не поднимет, сейчас я умру. А кого ты поднимаешь? Пиздец. Я поднимаю. GG. Просто у меня было меньше хп, ну ладно. Хуя, блядь, ТВ ёбаный. I don't understand when why he was reviving not me, because I had less HP than him, much less than him. Ну,
Мне кажется, мы как будто прицел другой. У меня должен был быть красный прицел. Почему он мне вдруг синим стал? If I'm not mistaken, my scope should be red, not the blue. It's not so easy to see the blue dot. Синюю точку очень тяжело увидеть. Я не знаю, она такая прям такого слабого цвета синего, то что она сливается совсем. Надо что посмотреть. Why bloody scope? I'm just gonna check. So it should be red. Yeah, I understand, but it was sound like, you know, it should be red. Я ничего не поняла, но он же был синим, или у меня уже все. It was blue or red? Так, куда мы летим? А, вижу. Браво. Блять, что-то как-то странно. Да что странно-то? Разъебали бы страну. Ну, там, конечно, сверху поудобнее накидывать. Два челика хуя-то было. Я никогда не доверяю. Надо разыграться просто. Ну, я, по крайней мере, только пришла, не знаю, вы, наверное, тоже? Ну да. Но я сегодня буду допоздна. Завтра же выходной. Да. А у нас еще и в среду выходной. С чего это? День Конституции Татарстана. Я себе. Ну. А во вторник вот у нас там до обеда работаем. Ну, у нас вообще многие взяли отгул на вторник и просто будут отдыхать позднее. Много людей. Мы на край прыгаем? Ну, вроде да. Ну, я на метку лечу. С нами уже прыгают, и они уже там на крыше. Бля, ебать, их дохуя летит. Ну, ладно. Я дальше пролетел. На крыше уже... Да ё-моё! О, вот дом такой. На крыше у нас был с оружием. На первом тоже есть. Нет оружки. Тут чё, мотик взял? Инфу зеленый. У меня здесь. Первый этаж. Ты куда смотришь? Первый этаж. Хорошо. Че говоришь? Да смотри, момент. Убил. Еще на втором этаже есть. Красное здание, ребят. Не расслабляйтесь. Видел, как чел туда заходил. Ну давайте рашим его или что? Давай подпушим. Ребят, пушим? Ну, я здесь. Гоу. Это что? Его нет. По месту центра давали. О, у меня лох по вас. Нечем хилить. С левой двушки, по-моему. Сейчас. Я вам нашотаю. Лохнули. Он лопнулся.
Все, хорош. Есть хилка у кого, ребят? Я сама прошу, мне никто не дает. Еще чего за машиной? Справа за машиной сразу же, когда выходишь. Он побежал вперед. My game is so lagging. What the fuck is wrong with today? Or it was lagging. Что-то сегодня как-то по-особенному очень тупо лагает. У меня прям каждые 3 секунды пролаг на секунду. Each 3 seconds it's a little lag for a second. Do you notice it or not? I don't understand. Did you see the same that I see? The same things. Что за говно вообще, реально? Там челика в пати позвали играть дальше. Он сказал, что на пару игр зайдет. Так что у нас теперь свободный свод есть. У меня есть друг, который хочет к нам присоединиться. Он сказал то, что он присоединится, потом он сейчас по комиссии выполняет. Блин, я тоже хочу этот на двоего лапнуть. Там какой? 25-й на коряк нужен, да? У меня только какой-то, не помню, 13-й что ли, 14-й сейчас. Ну ты задрот. На 7-й. Какой задрот? Ты вообще почти не играла. А у вас у кого-то VPN есть? Нет. С европейских серверов. Потому что, может, там меньше будет этот пролагивать. Что меньше будет? А что, пролагивать, пролагивать. Давайте вы сначала выберете, а потом полетим. И только все вместе в одно место, пожалуйста. Все в Альфу, да? Да-да-да. Я прям за тобой лечу. Все, хватит уже умирать, надо убивать. Бесит меня все. Это еще чурбан около машины сидел, крыса. Прятался там. Так, с нами есть кто? В соседнем доме есть. Справа? Ну да. А, это не зеленый. Зеленый вообще не с нами. Каску бы еще найти. Да-да. На втором этаже. Вот это не вижу. Мне тоже особо. Блять, не... броника нет, ничего нет. У меня тоже. Больно бьет. У меня броня только есть. Блин, чего зашел в хату? Где этот чел там? У нас справа с дробовиком. Я понимаю, он там. Хорош. Нормально, он летел. Нашего чего нокнули? Я контролю проход. Я тоже. Да, на балкончик. Нокнул одного. Убил. Нет. Еще один тут. Где? Блять. Прям на меня бежит. Сверху на втором этаже.
сейчас сбавси могу. Да блин, зачем ты меня стопотать? Лучше бы ты вообще ничего не заползал, лучше бы я его продобила просто и тебя резала там бы. Ну почему так все тупо? He shouldn't do it. He shouldn't. Definitely he shouldn't do it. Definitely. 100%. Может, уже хватит в кемпы прыгать, у нас не получается. Ну что, попытка номер два? Не, давайте не будем прыгать в кемпы, у нас не получается. Все получается. Мы уже седьмой раз прыгаем в кемпы, умираем там все. Это значит, то, что что-то не так. Но мне надоело уже. Не, давай. Вы муж живой? Да. Да. Елда. He asked, are we a husband and a wife? And we just almost simultaneously answered yes. It was a joke, obviously, but and nevertheless. Бля, такую вкусную шоколадку ем. Какую же? Это немецкая. Что-то типа Шлюмберже. Немецкая, светлая. С нами прыгают на крышу. Блять. Ха, я вообще уйм пиксель. Давай. На соседней двушке чего? Не знаю. На втором этаже. Ох ты, красавица. Я выебал тут снаружи. Кто тебя убил, зеленый? А вот этого чего, которого я убил. Тихо. На меня топает, ничего. Ну, блин, да. Поставь на кнопку. На метре сюда. Барбара, ты живешь там? Да, тихо. Митрос, смотри. А чё? Барбара, у тебя в однушке. Я его накоцал. Го запушим. Соседний вот этой, напротив. В углу слева сразу будет. Нет его. Есть. Я смотрела что угол, там не слышишь? Было его. Я говорю, я чекала угол. Ну, не видно.
него энергетик есть, забери. Блин, не стопай меня уже второй раз. Я не забрала энергетик. Али нас пушит. Забором чел. Не выходи снаружи лучше, я тебе не помогу ничем. Одного здесь нокнул. Еще одного нокнул. Молодец. Доел, его кто-то помог. Я хилюсь. В этом у нас. У нас здесь вот. Может, зарашим его? Да-да. Погоди, нет. Да-да-да или нет? У меня нет вообще бустов. Он, мне кажется, в одной из кабинок. Пушки чел есть. Здесь он. Справа, скорее всего. Нет. Выбежал, значит. Пойдем правее, просто вообще назад. Можешь, пожалуйста, подождать, пока я отхиляюсь? Убил. Молодец. Он сразу умер. Мне кажется, еще кто-то есть. Я тебе могу хилку дать, а ты нахилилась. Я бинтуюсь. Там труп не заутанный, да, ты его утаешь. Жалко, Митрс умер. Я. Ну все, я так понимаю. Я же сказал, мы победим. Мне не верил. Я этого не слышал вообще. Я опять, блин, пол игры бегала с вторым котцем броником, котиным, и бесила. Два энергетика в доме было. Есть глушак, есть компенс. Ой, компенс, это помигас. Ну, я соберу. Что именно, скажи? Глушак лучше, чем помигас. Ну, не знаю, я. Ну, а чем помигас лучше глушака? Он только глушит по дуло. Блин, как это называется? Дульное пламя, вот. Так а чё, у него же отдача уменьшает. Не, какой-то. Топовая МК. Уменьшает отдачу, только компенсатор, пламегаз только глушит дурное пламя, а глушитель, нет. Ну, нет, пламегаз. Так ты тоже не спорь, я читала. Я тебе отвечаю. На пламегаз, PUBG, ну я читала на официальном PUBG в сайте, то, что пламегаз ты только уменьшает. Почитай, пламегаз, контроль отдачи. Какое описание? Просто в описании. Вот, сама наводишь на помигас, контроль отдачи. Впервые слышу. Ну, может, конечно, я читал на сайте, в котором была устаревшая информация, но в этом сомневаюсь. Даже этот. Я где-то видел, это этот, Ламыч объяснял. Знаешь такого? Ну. Я как-то смотрел его видос, но про это как раз водил. Короче, да, он не играет, он говорил, в папку что помигаситель. А? Он так уже не играет в папку. Ну, он не играет, да. Он уже раньше профессионально играл.
Да разве? Мне казалось, нет. Мне казалось, он просто стример. Чего он в Нави был? Я не знала. У меня уменьшенная рукоятка есть. Давай. Да, тут машинка есть. Так, я здесь все скинул, рукоятку, глушитель. Все. Нужен. Блять. Ган, чтоб нас не уебало. Еще нам зону надо 30 секунд. Это нормально. Надо прицел найти, думаю, рука. Все, мы просто прицел. У меня все есть, в принципе, кроме бустов как раз таки, поэтому... Мы один буст и одна аптека. На 5 бустов я тебе могу скинуть, если что. Ту-ту-ту. Ту-ту-ту. Не, ну они издеваются, что... Неужели? В чем? Столько домов, ни одного целого не было. Шо? Кстати, не было нигде второго броника. Вот только что вот в этой. А, ну все, я понял. У меня третий сильно накоцан. Ну нам по-любому надо переходить уже. Подсечка не нужна? Нет. Жопа только на эмку. Жопа на эмку нужна. Чем по мосту будем или как будем переходить? Стандартно, здесь, наверное. Ну, сейчас посмотрим, куда зона еще упадет. Угу. Опять есть, но смысла не знаю, нет. Блин, энергетик, что ли? Да, забирай. Ты забрала энергетик? А что-то мимо так пробежала. Бля, там редзона еще.
А той стороны стреляют. Да. КС и тройка. Да ладно, с кобол побегаю. Че, надо двигать? Правее, по мосту сейчас поедет тачка. Или это мотик, что-то ехал, короче. Остановилась. Угу. Это ниже вот здесь. Сука, я охуел. Еще есть. Он прям перед ебалом выскочил. Фу, блядь. Пожалуйста, тихо. Нахуй так... Пожалуйста, тихо. Зона далеко. У него боликов много. Я заберу, у меня нет. Что вам надо? Что эта фаза идет? Freezing. Stop.
stop freezing. Химбах, мне кажется, будут. Да, как-то. Опа, ага. Да. Давай левее. Левее, да. Они не в зоне. Ну, они как будто там подальше. Может, пока в зону пойдем, а? Пойдем. Или пятая зона. Сейчас, секунду, уставимся. Не забыл, А мне? Или шальные пули просто? Он 24? Я знаю. Слева нас стреляли. Право на горке прям бегут. Москва там. На один шот мы схватились. Левее бегут, чего? Три раза до лапки был. Кемпер люди. Поняла. Да, прям чека в нашу сторону. Справа есть. Дерево на 130. Он умер. Один. Он умер от плейзона. Хорош. Блять. Нихуя там есть. Я не вижу. Я его просто на него. О, я его видела только частично. Он был там же, где слева от дерева. Я очень быстро падаю. Блять. Там двое. I thought that he died because of the play zone. Because at the same time he was like falling. Ну короче, он как будто падал, я видела, чувак этот. And somehow I didn't saw the other person who killed me in the head because of their leaves. And he somehow saw me. Сейчас Митра заходит, вылетел. Damage for 2 kills and 0 kills, as always. Pull me up, turn my heart and every half a hair. Pull me up, pull me down. Cause that's what they say, but I can't prove. So turn it up again and watch me move to the groove.
только два чупа-чупса у нас позиция была. Ну, было хреново. Хреново было то, что у нас осталось двое из сквада. Ну, шансы, конечно, всегда есть. Да не, ну просто позиция реально была. Мы между двумя получается. Ну, понятно. Ну, могли убить сверху. По крайней мере, я их сильно надамажила. Сказала, там он от зоны сдох. Ну, один из, это был другой, это другой был. Это не он был. Нет, это двое там было. Они не умерли. Слушай, тот, кто был до этого, он был в красной куртке, во втором шлеме. Я по нему постреляла 3-4 раза, он от кьюбу не умер, и потом он... Ну, возможно, да. И он... я по нему постреляла 3-4 раза, и он начал падать и как будто катиться, ну, когда человек умирает. И в этот момент на экране было, типа, умер от зоны. Может, он просто анимацию включил. Может, он, конечно, лег и пополз, но это было очень странно. Это выглядело реально, как будто он умер. Мне кажется, это либо его... ну, кто-то другой подбежал, кто рядом с ними был там. Блять. Ребят, давайте кучнее. Влево? Куда? Ну вот, в меточку. Тут с нами еще один. В этот дом. Упал уже. На второй этаж. На балкон. Я соседний. Я от кулака не пижу с ним, ребят. У меня нет оружия. Убирай оружие. Блять, я на одну тычку от него с кулака. Он зашел. Метров. Хорош. Ну, он сразу ливнул. Прям тут помогает. Он на меня наверху. У меня очень сильно лагало, он перезаряжается. Сейчас буду добивать сразу. Ну, пес. Ну, вы могли еще помочь, но окей. Уже нет. Я не знаю, сколько раз по нему попало, раза два, наверное. Может, больше, но меня лагало сильно. Где он, чувак? Где он? На крыше он был, на моем. Это в моем здании. Again, this fucking lags. I could easily kill him, if not only this fucking lags. I'm so tired of it. Ну реально, как меня заколебало. Congrats. With level 39. Да, я понял. В доме еще есть один. Да. Идет. Сразу добивает тварь такая. Я тоже добил. В левой однушке. Да. Бля, мне бы хэпсы. Пешечки. Аптечку нашел. Все, захилились, Митрус. Да не вопрос. Я никуда не забираюсь. Ну, не видно. Чё? Он там же, да? Не знаю, я не вижу его. Или в окно съебал. Чё, Патрики, посмотри. А, в дверь съебал, закрыто. Фак! Подожди, открыта дверь. Не армор, ничего тут нет, да? I just wanted to say... Не to see how did I die? Because of this man. Паски нет. And I just couldn't, because even the chat, even the game in here, when I'm watching it, it's lagging. Видел чела? Надавал ему. В центре там. Ну не прям в центре, а там. Да и... А сейчас вышел в центр, тоже перебежал. В двушке? Под двушкой, левая там, пристройка. Внутрь забрался. Я ему тоже попал.
правую душку. А, вижу, по крыше бегает. Не знаю, о ком-то. Вот там. А, далеко. На этой душке, это на крыше. У тебя чел. И у меня, по идее. У меня топает. That's very weird. Because I was 100% sure that my game was lagging. And when I just rewatched the moment, it wasn't lagging as I saw it. У тебя вот был в белой куртке. Maybe it's because of the internet my game is lagging, not only because of my computer. Это с ним вот как раз. Может, у меня реально из интернета, потому что я сейчас пересмотрела повтор, но я видела, как четко я прям видела, как у меня игра лагала, как у меня прям вот микролаги такие были, когда я стреляла. А когда я сейчас пересматривала, у меня такого не было. Ну тут я дверь закрыл, да. Вы будете с ними стреляться или будете это? Потому что если что, я пойду тогда, потому что ждать не хочу долго. А вот чел, подушки подо мной. Стреляешь, ты спишь? Вот в этой, с открытой дверью? Да. Он перепрыгнул. Куды? Бегает. How can you be sure that I never see lag? It was lagging? I'm not stupid. I can't see the difference between lags and between jumpings. I saw definitely that the game was lagging, that it was like micro lags. It's difficult to explain. Поздравляю. Убил. Even now, when I'm watching it, it's kind of lagging, it's freezing. You know what does it mean, the freezing? Хуя. Ну я все, я вроде метр смог здесь. Попробуем. Бегает уже. Он снаружи, за забором. Митрос. Уверен? Да. Да. То, что раз ты не сказал. Их двое. I don't understand you. Бинтуюсь пока. У меня болик есть. Не, у меня бинтов нормально. I don't understand you. Okay, never mind. Перелет, по-моему. Один как будто на крыше у вас, как будто. Да, либо перелет. Да, на голову. Отдал, нокнул. Вот здесь. За окном сразу. Я вижу. Второй у нас внутри. Оу. До свидания. Все снег. Да. Варморчик. I almost understood. Скоряк есть. What I try, what no, you tried to say, but. С кэску, с калашом поиграю еще. Вот что такое дело. But it is my fault. Yeah. I can just understand. Мне по чучку нужно. I'm not 100% sure.
in my gaming skill because of a lot of factors, but when I know that I'm shooting bad, I can say it, but now I wasn't shooting so bad. It was because of the lagging, not because of my fault. Опа, чел в уборе, за камнем. Одного, блядь. Я думал, что я одного нокнул, ему въебало прилетело. Они все тут. Оу. Окей, now I get it. Thanks for explaining me. For a moment I thought that maybe I'm blind or no, I don't know. Okay, Rex. Rex! Help me to kill everyone. Please, let my game be smooth. Give me a good gun. Give me a confidence in my power. Куда? No, he's a good one. He's trying to be at least. I believe in it. Не устали еще? Нет, это Санока. Санхока. Это же Санхок. Алло! У нас тут писи играет 22 сантиметра, а вы молчите. А мы тут. Я не против другие мапы поиграть, если речь об этом. Я понимаю, что проблемы. Проблемы. Проблемы нет никаких проблем. А у вас? А ты сможешь их решить? Ну, не знаю. Очень много с нами. Правильно окончание ставить, как минимум, смогу. Научить на трошку я делать на тебе я тоже с нами есть с двух сторон напротив. Вот что было за взрывы какие-то. Да, в стене слышно, если там. На крыше перед нами. Еще там.
Я дала ему один раз, по-моему. Или кто-то из вас. Напротив нас двухэтажный. Птичка есть? Нет. Заползай. А, блять, меня не слышно нихуя. Пиздец, ну я же тебе сказал. Скажи, тебя не слышно, если что. А есть девочка? Ну еще, что попросишь? А может у Барбары есть? Барбара? Нет. Нету, да? Винтов нашел 5, сейчас раскидаемся. Бля, быстрее там кто-то двигает. Что-то калаш заходит на удивление. 5 убил калаш. В одну хичел торчит, а нет, от него. Или там мудак. Есть там хилка, Барбара, не? Нет, блин, я тебе скоро сказала уже. Если бы был, бы я тебе дала. Я же не вы. В смысле? Ну потому что вас просишь, у вас есть даже если хилки, вы только на третий раз реагируете. А я всегда говорю, предлагаю, если вижу, что хп мало. Ты еще есть, я троих убил, еще есть. Хорош. Он специально так сказал в контексте, типа, я убил троих, смотрите. Трехэтажное здание, передай второй этаж. Дал в трешке чел. Немного. Есть энергетик один. Он там наверху где-то тусит. Кар есть. Можно зарашить его? Блять, вижу аптечку. Не вижу препятствий? Да-да-да. Он на крыше, 280, я ему один раз дала около головы. Сука, лежит прям здесь у меня в упоре, на полу. Еще один есть, еще есть. Сука. Тихо, пожалуйста, замещение еще есть, здесь. Тихо, пожалуйста, еще есть, кроме него. Он спрыгнул куда-то, мне нужна помощь ваша. На крыше, да, он на третьем этаже. Я выйти отсюда не могу, там с окна это смотрит. Третий смотрю этаж. Он точно на третьем? Да, приходи. Один был на третьем, только что стрельнул у него. Но их двое, скорее всего. Один за мишенями. Одного не нокнул, лол. Один на втором. Как один ты его застилил? Ну, могу не стрелять. За мишенями. Найс. Фу, блядь. And took my weapons. Best teammates. Я жопу на ямку взял. Там коряк валялся где-то еще, блядь. Ну, один я подрезал коряк. О, аэродроп не так далеко падает. Вот сюда. Жопа на ямку нужна кому? У меня тоже жопа есть на ямку. Кому-то надо. Сейчас по полуту бы еще немножко. О, вот я могу. Собственно, у меня даже каски нет. Так что встретитесь, скажите. Каска вторая здесь на мне. О, сейчас побежу. Есть помигас. Легкая рукоятка. Прицельчик еще не помешал бы какой-нибудь, типа коллиматор. Легкую рукоятку да. Не нужна, выкидываю. Нет, выкидывай. Так, жопу на М тоже никому не нужна, да?
Жопу я тоже выкидываю, ага. Ну, как бы, вроде все норм, кроме хила. И прицел близко, да. У нас зона у меня близко. Я могу коллиматор отдать. Надо коллиматор! Да, 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 возьму. Раз свободный. Ладно, я с двойкой побегу. Мне больше нравится. Ну, доставь себе адвокатор. Мне тоже и двойка больше нравится. Так в смысле, зачем себя оставлять? Мне нравится больше двойка. Не, ну если удобно, то... Возьмем одного тиммейта даже? Конечно. А он денег нам зашлет? За что? За то, что мы его возьмем. Нет. Ладно, ладно, ладно. Да, ты, Юра, не ошибаешься, нам не хватает одного тиммейта. Хотя у нас один хотел вроде, но он очень... То хочет, то не хочет, то пишет, ух то ты. Не пишет. Ну, из квари закидывают. Поэтому непонятно. Куда ты сюда падал аирдроп? Мистерс. А долго еще буду? Коллиматор. Ладно. Опередил твой вариант. Вопрос. Так, я уже вижу аптеку. Она моя, никто не трогайте ее! Я уже вижу ваши глаза горящие. Бля, жестко за аптечку готов отпиздить. Ну, у меня вообще ноль аптек, потому что, конечно, тут кого хочешь, даже тиммейтов. Блин, теперь пишет. Теперь... Мне бы болик найти. Че, перебегаем сейчас? Ну, да. Я бы хотел. В кемпу сходить. Вот в этот ближайший сходим. Это там файтится. Мне так нравится скин на кибоу, не могу прям. Что, будем залетать в файт, ребятки? СКС-ка, видимо. Ну, я бы хотел бы болик найти. СКС-ка? Давай заберем. Я коррект скинул. Чуть не умерла. Все, пойдем, залетим. Отпиздим. Ух ты. Это с той стороны. Чего? Оба берега. Ну, у меня тройка только. Тут берег ты можем попринимать. Отсюда даже происходить. Don't die. Ну, недалеко, блядь. Мне наоборот. Блядь. Я вижу. На том берегу? Где? Да лучше бы на 250 начали за горой замочить, ребят. Да, давай, давай, да, я согласна, я согласна. С ними файтиться, блядь. Митрос, Митрос. Чего он окнул, например? Чего тут голодите, блин? Пожалуйста, пошли с нами, потому что. Я не знаю. Чего вы неугомонные такие? Так а че, блин, я в него стреляю. Че проблема, я не понимаю. Сначала потому что логичнее забрать этих, а потом пойти постреляться с этим. То, что ты его сейчас нокнул. Так вот потому что то, что ты его сейчас нокнул, тебе спокойно говорят. Ты его сейчас нокнул, это ничего не поменялось. Ну, они сейчас миллион раз его поднимут, говорю, ты потерял время, а мы могли умереть, если, допустим, ты бы сейчас пострелялся там. Бля, я уж не вижу этих чего. Не, ну если ты так на пофиг играешь, а чё, в соло не играешь? Ну там? Я играю, ну как бы, вижу труп, чё мне напрягаться? Удовольствие играть. Рядом с кемпом труп. Так удовольствие играть, надо выигрывать. Окей. Вижу, бегут на 290, один бежит. Блять, я ниже спущусь. И они к кемпу бегут. Они к кемпу бегут вдвоем. Один по правой чуть-чуть, а другой по левой, к забору. В кемп забегают, в кемп. Ну тут деревья мешаются. Да, я сюда хожу вниз.
если они будут убегать, я их должен принять. Пойдем. Они открыли дверь, они зашли в кемп. Война нас сейчас сюда придут. И сзади, где дроп падал, тоже сюда придут. Какой именно кемп, скажите мне? Вот в левый передо мной левый дом, а за открыта дверь, они туда забежали. Их ну, минимум двое. Ну, может, там тоже есть, я видел только вот этих. Я их не вижу. Да тоже. Но они сидят, наверное. Они либо сидят, либо видел, могли убежать. Ну, могли на мост или туда, в Пайнан. Не, на мост это крайне нелогично. Фу, какая-то как. Не беси меня, пожалуйста. Они где-то, это другие, это возможно. Это Спайнана. Да. Которые пришли. О, они. Да, вижу чего. За, в том кемпе и бегает. На горе вижу 200, на горе 200. Я не буду пока стрелять, потому что его плохо вижу, дерево мешает. Но передо мной вот тут вот он, за деревом прям. Одни там присосались к кемпу. На горе видишь, также бегает, на горе. Я не вижу его, у меня дерево мешает мне. Бля, он убежал правее. По мне стреляли с кемпа. Ну а шот со скай скидал. Это по кемпу? Нет, который на горе. Один шот дала, который на горе. За кемпом еще бегает. В будке. Дал одному в кемпе, косвенный. Перед длинным домом слева. Снокнула, который был в будке. Что-то делать будем? Или будем смотреть? Справа. Один в этом доме. Да, я понял. Мне смока нет. Сейчас постараюсь, блять, смоков нету. Тоже нет? Ну, я буду поднять. Задержим. Из хаты, да? Понятно. Да. Не слева тут все пикал, что? My teammates are just perfectly covering me. Ну реально, меня так замечательно каверят мои тиммейты. Я просто в шоке от них. Просто такой поддержки никогда в жизни не видела. Зона на нас. Вдвоем около вижу, меня, и никто бежал, ничего не может сделать при этом. По мне дает. Тут еще уже подошли. В будке лежит маленький. Да. Гранату прокидывают слева. За забор. Не нам, по-моему, но кому. Мне они хилы. И хилюсь пак. Слева и подошли к вам. У Митроса там наверху. Ну да, примерно. Блять. 33. Один остался, прикинь. Hit points. They're not random. They're not random. That's the point. I just don't know. It's maybe they just. Maybe we should to just play more together. Надо просто побольше вместе играть. Татарин, ты здесь, нет? Окей.
Так, я пока перезапущусь быстренько, пока Барбара человек добавляет. Сейчас, я фастом. No, I played with them already, with Midras and X-Galaxy. X-Galaxy is a good fighter, but he's not a good teammate. He's a good fighter, he's shooting well, as just like him. But they're not good teammates. They can't cover, they can't help, they can't do a lot of things that good teammates should do. But they... shoot, not perfectly, but his shooting is okay. Здорово. Да, не слышно. Чё, куда полетим? Можно Као, Хатин. Пойдем Као. Ну давай. Давайте кучнее. Galaxy с тобой
Со мной чел тоже. И с тобой, да. Ну, короче, рядом с Митерсом двое рядом. Возможно, в один дом, я не видела. На первом у меня, по-моему. Один снаружи. Дал дважды дробаша. Он в воде. Бля, 4 раза дробаша дал. Блядь, Митрос, у тебя на первом. Митрос. Ну одному дал, я же сказал, что у меня чел. Блять. Сразу сказал, что у меня чел. Я и не рыбу с ней вылезал. Я думал, ты контестишь его. Я на улице или чек? Где? Двое у меня тоже. Прям на грене, лол. Он как-то очень странно умер. Как будто его тиммейта в этот момент добили. Не, брат, один забрал его тиммейта. Не, нокнутый был еще. Да. Ну, он просто это. Он сначала типа нокнутый был, а потом этот умер. Ну да. Ну и мы сразу килл засчитали, это было странно. Не поняла? Да. А, у нас на балконе! Мать, а! Я убежала, пыталась убежать, я здесь свой. Закрой дверь, пожалуйста. Бегут к нам, точнее, идут. Сюда. У нас уже. Он очень долго стрелял. Он очень долго стрелял. Ты топаешь сильнее, чем я. Хилос только что. Тройка есть. Чё ты как тихо говоришь? Ты всегда тихо разговариваешь. Нет. Я помню, как ты постоянно там орал. Да, это чё? Это гребаная игра! Я помню всё. О! Передо мной в доме. Очень косой. У меня лоу хп и... Блин, ну в одноэтажном передо мной на 170. И у меня дом есть. У меня в доме есть. Топает, это слышу. Это он. Он снаружи. Он куда-то туда побежал на 40. У меня лоу хп, нет шлема. На втором этаже передо мной хил. Убила. В этом доме, да? Да, да, да. Да, он где-то. А что там на трупе?
А, она кит, все поняла. Будешь третью броню брать? У меня второй, в принципе, есть, так что можешь забрать. Ненавижу этот юнг. Угу. Снайпа нужна. Тебе нужна красная рукоятка? Не. У нас баги есть. А мне нужны пятерки. Надо скинуться. Я потерялась. Я нашлась. Возьмем баги. Можно, да. А чё, блин, я твою вторую каску что-то не увидела. Она там на в доме была одноэтажном, на балконе. Вроде да. Тут вроде не было, может, я, конечно, слепая, но вроде нет. Ладно, сейчас пойду туда без каски. Шестерку держи. О, нашла, шестерки. Вот она. Там шестерка и пятерки держи. Отлично. Вы ничего, нормально подождете? Конечно, играйте. А что-то? Я думала, ты хочешь остановиться. Ой, привет. Заносит, блядь, как говно. Блин! Ты как врезаешься, я не понимаю, ты хочешь остановиться, или ты этот? Просто врезаешься. Куда вообще хочешь поехать? А, все, вижу.
Вот, на разу. Вот он. Каков план? Смотря на что игра. На деньги. Ага. Есть хорошая тактика, иди сюда. Подсаживаться, что ли, что-то там, прыгать куда-то и сидеть? Да я знаю эту фигню. Я до этого пыталась на подобный по мешочкам прыгать. Который там стоял? Да. На этой балке у тебя не получалось поставить. Ну, у тебя тоже не получалось так-то. Так-то я тебе показал, как туда залазить. Ага, с 10-й попытки, а потом больше не получалось, я помню все. Нет, смотри. Ага. До упора подходи к этой, остановись и пробел нажми. До упора к чему подходить? К этой железке? Не-не-не, мне для этого надо в настройках сначала открутить, чтобы у меня не перелазило, чтобы у меня на нее так залазило. Так ты перелезешь вот на эту штуку, потом боком становишься и запрыги. Смотри. Ну, смотрю. Смотрю. Ебаный рот. Вот так, боком. И? А чё меня телепортирует? Ну, короче, я поняла, что ты хочешь сказать. Но на нее можно залезть и сразу, просто отключив в себя функцию, чтобы ты не перелазил. Ты просто будешь на нее залазить. Я забыла, как называется. Ну, в настройках это. Сейчас даже попробую. На какую клавишу поставить? Я смотрю, геймплей пошел. Угу. Киберспорт. Подождите. Чё? Блин, у меня на П еще. Вот у меня теперь только прыгает. Блин. Ща. Над P пусть будет N. На N вроде у меня ничего нет. У меня на N тоже есть, что я туплю? На чем у меня нет? На J. У меня не работает эта херня. Теперь я только прыгаю не... Ладно, короче. Тебе бусты нужны? Давай. А сколько у тебя? Один. Но они к нам побегут так-то. А, май... Бур.
Где? Справа вообще? Вижу. Дерево 290. Ну, понятно. Ты что, их лутать пошел? Нормальная зона. Еще погоди, окно закрою, холодно. Я сейчас описываюсь, давай быстрее. От страха. He's closing the window because it's cold. Ну, рот, тут топ один, блядь. Пусть они друг друга поубивают, а мы там последнего добьем. Остались 4, 2, 1. Один в кипе сидит, это, блядь, к Ванге не ходи. А другие, они на тут стрелялись. Они на ангарах стрелялись. Блин, что-то такое место дурацкое, я не знаю, куда сесть. Задел. Спина! Не убил меня. Он не один. А, один. Как он меня не убил? Смещайся ко мне. How just he didn't kill me? В ангарах. Пожалуйста, блин, я думала хоть одну сторону закрывать. Ты что хочешь сделать, на ангар пойти? Нет, я просто смотрю. Ты что, в магазин пришел? Ну, так как кого-то застреливают, значит, это не склад. Пожалуйста, не это, не это. Ну не надо. Пусть они вот постреляются, а мы потом добьем, пожалуйста. Ангар. Против нас двое. В ангарах, скорее всего, или там. В ангаре есть. Право. Он то ли перебежал, то ли что там промелькнул. Нет, там двое. Двое там, внутри. Они друг друга ренами закидывают, или бы это Бреннер в них кинул? Бреннер кидал. Перебегает влево. Я надеюсь, Барбара. Помогать будешь мне? Он за камнем или где? Да, камень справа. Как он оказался там, я не поняла только. Окей. He just shot me, one shot me with AVM in the body, and I didn't know that he has AVM. In our country, it's already winter.
Yesterday was, today not so, because just half white. I don't know why. Not so many snow. But it's close to it. Вообще даже не в курсах было то, что этого чувака ВМ, он только вот по мне первый выстрел сделал с него. До этого я даже не слышала, чтобы он хоть раз стрелял. Может, до этого, конечно, давно. Еще Митрос, я не поняла, как ты его увидел до того, как он начал по мне стрелять, ты буквально за секунду сказал. Потому что это я тебе сказал. Так вот да, потому что так я в эту сторону. Видно было прямо на экране вообще. А он я в эту сторону мимо. Не смотрела. Ну, может, он пробегал, но я просто не заметила. Да, ну ты может как в этот. Ну я смотрела. Я смотрела на ангар просто. На этот проход. Да. Потому что раз, сказали то, что вдвоем. Он, наверное, выходить будет. И он вышел. Я думал, ты его видишь. Да, ты сказал вдвоем. Вдвоем в ангаре. Я смотрю в этот ангар, поэтому. А один вообще был слева, сзади нас обошел, а этот вышел из ангара, убежал. Видишь, ну ладно, нормально. Я на экране. Ты что у нас? Топ 2. Not bad. Бля, пока играли, я успел все вещички свои разложить. Ну зато мы пострелялись нормально и почти заняли топ-1, почти. Сейчас надо топчик занимать. Ну я... Реально, я это... Я ВМ не ожидала, этот АВМ. Просто не ожидала. Да, один летит склад с нами. Мы в середину берем или что? Давайте левую часть. Не, левую часть берем. Два склада. Я к тебе, Бреннер. Я нихуя нет. Нифига себе, коряк нашел. И гранату, блядь. А я нашла рюкзак. Че лучше? Коряк и граната, чем рюкзак? В центре к нам бежит один. У меня нет оружия. Нет, с оружкой. У меня оружия нет. Ребят, прям под нами. У меня есть... Меня пушат? Это меня пушат. Ты в доме не будешь, да? Неа. Он в этом здании. На мне двое. У меня нет оружия. Ну я тоже без оружия. Добью через двое там сету. Уничтожай. Блядь, ну не блочится, ну что? Блять. И мне нечем стрелять, скинь хотя бы что-то. Скину. Тварь такая, хватит прыгать! Ты видели, что он делал? It was really hard to shoot him. Only two ammos. Такие коршуны просто, все прибежали. Она еще, она вообще не оптимизирована. Не знаю, на всю глотку. Я могу поставить быструю игру? Поставь. Бля, пиздец, на весь дом один ёбаный дробаш, всё. I should jump when I was shooting. It's easier, as I said it before. Реально, попроще попадать, когда прыгаешь, тем более, когда он вот так вот делает. Вот так вот делает, вот так вот делает, за... урод. И так все на нервах, блин, только оружия никакого нет. Нет никакого оружия, почему? Почему вот у них есть оружие, а у нас нет никакого оружия? Почему они все бегут, как коршуны, тебя рашат, хотя вообще не должны так делать?
Они знают, как будто, что у нас оружия нет, поэтому бегут на нас. Чё, в пикадо, я думаю, прыгнет. О, другая карта. Ура, другая карта! Наконец-то. The other map, finally. Finally. Мы как-то прыгнули, блядь, в Power Grid, в ангар. На весь ангар, блядь, там было сколько с нами? С нами упало 3 сквада, все полетели в этот ангар красный. Что вы думаете, что там было? Чё там? Одна пушка. А весь ангар, блядь, одна сковородка и этот... Блядь, как по-русски-то... Флешка. Я охуел. Нормально. Да у нас сейчас тоже, что на два дома был один дробовик, и все, у никого больше оружия не было. А, и коряк. Бывает. А у них зато нормально все было. С коряком-то можно было понокать. Да, с коряком тяжело, знаешь, тяжело. Если у тебя прицела нет, если у них какие-нибудь там ППшки, это тяжело. Ну на. Особенно, когда тебе первые пули просто в ебальник запихнули. Меня вообще там унизили вчетвером. Вас хотя бы так не унижали. Давай без подробностей. В меня нож кинули, поэтому не знаю. Ну, в меня тоже хотели, но он промахнулся. Я в него два раза с дробаша промахнулась, потому что он как мартышка прыгал. А другие вообще, они все... Они там меня чуть не изнасиловали, зажали. У меня теперь посттравматическая травма. Так, с нами нахуя летит? Я на них в суд буду. Ты можешь сейчас им помстить. Мы что-то это, так летим не очень близко. А что, куда мы, на арену прыгаем? А, тут все немножко не долетают. Куда мы прыгаем-то, на арену? Она у меня не прогрузилась. Ну да, летим на арену. У меня пока на месте нее просто пустой слот и земля. Ну, в общем, она на стадии. О, прогрузилась. Да? Да. Самое главное, вам арену занять. С нами летит... Вы видитесь впереди. Потом с вами летит парашют леопардовый. Он передо мной. И... А, другой еще тоже уже прилетел. Да. На втором этаже уже. Видел. А этот направо леопардовый побежал. Подэтажное здание. ЖЧ у меня. На третьем этаже. Что-то подобрал он. Либо одного. Кончил. Ну, юмпик был. У меня человек! Он забирает калаш передо мной! У меня нет оружия пока. Убегай. Прошлый гад. Я дробаш. Он за мной бежит! Я нашел оружие, подбираю. Но это я не подобрал уже. Калашик меняю нос. Вот гад. Блять, я его почти нокнул. Он там. Да, спасибо, что очень вовремя сказал. Он на лестнице. Да-да-да. Окно. Охуенно. Я просто в шоке. Вот просто в шоке. Тварь. Рон даже нет. А что ты раньше-то не сказала, что он там? Я бы... Так я не видел, где он именно. Я просто знал, что он за Митросом пошел добивать. Ты же сама видела. Я просто сказал, он там, когда он именно голову высунул. Думала, ты знаешь, что он там. Не. Я точно не знал. Ну, нету. Окей. Обидно. Ладно, спасибо за игры, я пойду в другой сквад. Удачи вам. Честно. Mm-hmm.
Как называется эта фигня? Это тут они? Нет, не тут. Так, здесь? Привет, вы помирились? Алло. А, опять, в этот... опять эти звуки, как кого-то мучают. Ты скучал? Вы, да. Мы в этот же день вместе играли. Да, помирились, ну, мы как бы не должны ссориться. Ну да. Как бы дело обычное, семейное. Че, куда? Ну, вы хотите на санок? Я уже там наигралась. Подожди, ну, дамочка, секундочку, у меня твич тест идет. Короче, что? Что пародировать мне? Я тоже Франкфурт подрубаю тогда. Hello. Буквально одну секунду. Бля. Так на самом деле, что это у тебя там? Это трубы? Нет. А что это? Это? Да. Не знаю, я пока не придумал шутку. Да не надо шутку. Это бабкового света. Да ничего нету, это просто как бы микрофон шалит. Так, меняем имя трансляции с Ведьмака на плей. Может, материнка уже отдыхает. Окей. Плавер он нос батли граунд. Отсиделся. Меняем. Просто весь день хотел спать. Я опять хочу спать. Сегодня вот вообще кайфовая погодка была. Сначала снег просто, снегопад. Потом бац, и дождь пошел. Ливень. Кайф. Так. Germany, Frankfurt. Поехали. Ай-яй-яй-яй. Поехали. 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 Бля, с орехами. Так, купи холодный кофе, блядь. Как может холодный кофе быть вкусным? Это был сарказм. А? Я заварил себе кофе. Буквально хлебнул пару глоточков. Я что-то лег на кроваточку, и меня начало вырубать. Какая-то странная тебе интонация в голосе. Чё странное? Интонация в голосе странная. Может, потому что я хочу спать? Я проснулся 10 минут назад. А еще ты хочешь альтабнуться? Выиграл, чтобы появиться. Я не зашел еще. Меня не загрузил. Почему-то, я не знаю. Что, ливаем? Да подождем еще. Ну, ждите чуть-чуть. А что ты ешь? Я не звук, не маню. Я ем сырки. Чего? Сырки? Сырки, да. Сортир. Yo, what's happening? Have we found you, King Supreme Twitch channel? Блядь. Ливаем. Блин, мы уже не успели ливнуть. Да господи, вот что ты сейчас на статистику будешь вот это делать, вот эти дела? Потому что мне и так все плохо с ней. Так и чё, а ты хочешь быть номер сейчас один? Сейчас налим, да. А следующий тупо один возьмем, всё. Всё рассчитано. Nice channel, anyone, maybe it was man. Hey, one. Hi, girl, hi. Hi, everyone. Да, не, баты. Зачитываем батов. Да. А у вас Маргарита Транслейшн подруга? Да. Чё ты там хрустишь чем-то? Зубами. Нет, у меня ещё зубы не упадают. Я хочу сырками. Сырками? Угу.
Хрустишь сырками? Вроде сырок такой нежный, творожный, все дела. Алло, первый игру. Здесь наш still in progress. Ну, продолжаем. Не понял, почему у нас как бы Маргарита офлайн? Короче, Юрец. Когда я начинал свою стримерскую деятельность, я как бы эту хуйню начинал с Ведьмака. Mm-hmm. Я стримил 60 FPS спокойно. Я сейчас... Подождите, еще одного человека убили бы, ну. На старом железе... Тихо-тихо-тихо, пожалуйста, ты... тихо. Ты что, играешь, что ли? Да! Я одного убил, я хочу хотя бы... Я хочу еще одного убить, подождите, я сейчас убью и умру. Так вот, Юрец, на данном сетапе, с новым процессором, 16 гигабутами оперативы, у меня выдает 50 FPS. При лоу настройках, это что такое? Ты лоша. С углы. Все равно, где есть? Sorry. Where are enemies? Do you see them? No, yeah, it's closed. But close? I don't know where. Yeah, I don't know where. But I'm being honest. Okay, okay. Сейчас я ему помогу. Извините, что так получилось. Просто я не успел глянуть. Да, да нет, конечно, ничего страшного, играем. Да играем, мы подождем. Да, мы подождем. Ну вы же специально так. Команда. Да нет, ты что, конечно. Статистика превыше всего. Я чуть кофе не выплюнул, пока не буду. 99 убийств. Следующий убийство будет тебе Лейном. Поздравите меня. Ты не забачив, Юрец? Чего? Кто зашел в пупк? Нет. Кто? Мой самый лучший. Зарите. Yes, I can see that. Не понял. Okay. Я Ростова на Дону. On me? Pushing? Me. I have only 30 ammo, but I'm coming. Нам четвертого не хватает. Кто приходит? А кто зашел? Я не поняла, не слышал. Да, никто не зашел. Там какая-то знакомая. Это локальный юмор. Where are they? Бери голову. Looting here. On you? Yes. On me. Да, мы на you. Это было плохо. Он сказал, что они на нем там лутаются. Only... Пожалуйста, потише, ребят, но я сейчас прям помогу, реально его выхожу, просто я не слышу. Я не хочу умереть, как курица. Да. Спасибо за то, что... О, татарин умер. Он охнулся. Татарин умер. Это я. Это я. Делал, сидел. I hear him. He's somewhere in front of me. Пожалуйста, пожалуйста, я ненавижу тебя. Behind, from behind. Someone. Yeah. Чё-то Юрец, ты чё там переодеваешься? Тоже хочу. А, Гля, ты у меня заценил чокер? Hello, hello, Zeus, how are you? Just a pistol. Почему ты не заценил чокер? Я заценил. Блин, чё у тебя там всё орёт? Всё... Так ты сбавь огурца. Ну, тогда я его голос не слышу, когда исправляю. Ну вот, как бы придётся выбирать, либо голос, либо дьявол. Блин, слышь, как порог нормальный, чтобы не слышно было вот это дерево. Да, не так, сам внизу. Всё, выпало. В смысле, сзади внизу? Вот так, будет слышно? Сколько децибел у тебя? Минус 90. Нафига минус 90 ставит на... Ну ладно. Плюсы уходи. Всё. Сейчас не должно быть. What's worth them? О, получше.
минус 90 означает то, что вообще порога так бы нет. He was shooting me from my left. Yeah, I saw. He somehow saw me. Окей, мы, короче, добили. Так. Прибавляю обратно. Хай. Чё ты хайкаешь? Хай. Иди ты. Ничего себе. Причесочка. Стоит прибавить ритм. Да, я все равно жужжит. Смотри. Тебя стало слышно хуже, а вот этого, то, что сзади тебя, лучше. Не, там не должно быть хуже, вот слышно. Это порог срабатывания микрофона. Вы ставите где-то минус 60 Так, так, слышно? Это нет. Альтабнись, пожалуйста. Минус 30. Надо минус 50 где-то ставить. Не надо. У меня минус 54 стоит. Именно порог срабатывания голос. Альтабни. Христом Богом прошу, альтабни. Кого ты просишь? Да, Юрца. Все, жмем галочки и идем играть. 30 секунд осталось. Алло. Ты не грузишься? Я буду ливать, мне плевать. Вот так, да, значит. В смысле? Ты не загрузился. Так у меня лобби. В смысле, а почему? Все, короче, идем обратно, он в лобби. Ясно. Сейчас третий раз будет моя очередь. Смотри, Рита ради меня не хочет ливать, да? Так я не успела ливнуть! Я не успела, мы уже летели в самолете. Нет, смотрите. Не успела я ливнуть. А, ясно. Сервера перегружены, меня не закинуло за это. Дело сделано. Моей вины здесь нет, я полностью оправдан. Твоя вина здесь есть. Нет. У меня только вино есть. Почему Барбара Гордон, вот смотри, типа аж лица похож, ну, скинчик. Она просто голая у меня стоит. Но не рыжая. Опа. Опа. У меня как бы пожила Сида Власка, потому что я в Ведьмака поиграл, теперь... У меня как бы тоже не светлый парень стоит. Мы, кстати, говорили, то, что я похожа внешне, тот, кто в реале знает, на того, кого я, ну, моего персонажа. Да, я тебе в этот же день уже раскрыл все твои карты. В смысле, ты похожа на львицу, типа, у тебя? Не-не-не, не на львицу, она, вот сейчас я сейчас сниму. Блин. Ну, мне тоже, в принципе, говорят, что я немного похож с моим персонажем. Да. Ой, Юрий, ты очень похож, как бы. Я хочу посмотреть. А пришли мы свою фотку? Фотку пришлась? Придется в Инстаграм за... Инстакарчик посмотреть. У меня нет Инстаграма. Ну, придется зарегистрироваться. Почему ты не ведешь ничего? Ну ладно, я открою. Окей. Я открою, так сказать, свой профиль. Лицом. На секундочку. И ты сможешь это зреть. Я хочу просто сравнить. Ну так фотку взять и посмотреть на твоего персонажа, на тебя. Опа. А то почему Руслан смеется? Тоже хочу посмеяться. Ну, опа. Сейчас так смеемся. Сейчас все вместе посмеемся, я думаю. Я как бы забачу, что ты в друзьях. Да, есть. Сегодня у меня рекомендации вышли такие, там Маргарита, та-та-та-та-та, вот Диана. Да, серьёзно. Да, смотрю, один какой общий совпадение? Друг. Какое совпадение? Друг, смотрю, ага. Какое совпадение? Ага, кто это у нас? Это у нас Юра. Ага. Я пожилой как бы сыщик. Ага, ну да. Пожилой сыщик. Вов Кабреру. Макарена. Итак, так. Нормально. А, вы прыгнули, я не знаю, как у меня так круто получается. Я же сама себя волком чувствую. А может, оборотень?
Лютый волк! Как в Игре престолов. Там лютого волка держу. Не могу. Ну я говорю лютого волка, как говоря, в Игре престолов. Не могу разделить ваших. Нет, я сказал лютый волк! Понятно? Братик, у тебя есть микрофон? Тебя, наверное, Дима зовут, у меня братика так зовут. Нет, это вратук. Это вратук. Вратук? Привет. Привет. Заеву и видишь русских. Where are you from, yellow? Maybe Ukraine? Ой, сори. О, почти. Лукашенко тот, да? Не, я с Донецка. Ладно, не будем трогать политические темы. Да, как бы два стрима идет одновременно, ты понимаешь. Мы как бы это все не одобряем делать. Не одобряем. Не одобряем. Давайте жить дружно. Так, лагает опять. О! Говорит, что любит, иначе не обнимает. Да. Сердце прижимает, а он сейчас с любовью. Со своей любовью. С фотографией в альбоме. А тебе напомнят о тебе. А он тебя целует, говорит, что... У меня вообще нет никого брони. Моё! Спасибо. Be mine. Be mine. Little rock and roll queen. You are the sun. You are the